В Одесі невпинно зростає захворюваність на кір. Лікарі констатують більше тисячі хворих за останні кілька місяців. Спалах інфекції розпочався ще в середині квітня. Найбільше схильні до інфікування діти, тому, за словами лікарів, необхідне негайне щеплення. Для малюків вакцинація проводиться безкоштовно. Дорослі ж можуть придбати вакцину в аптеках і потім звернутися до лікарні, аби зробити щеплення. Якщо за ноябрь місяць к нам поступило 139 пациентов с диагнозом корь, то за неполный декабрь, по сегодняшнее число, к нам поступило практически уже 200 пациентов с диагнозом корь. То есть количество заболевших, к сожалению, растет. Напомню, что корь – это инфекция, которая вирусная инфекция, возбудителем является вирус кори. Заболевание, то есть вирус кори распространяется воздушно-капельным путем, то есть путь заражения воздушно-капельный. Болеют и взрослые, и дети. Сказать, у кого тяжелее протекает заболевание у взрослых и детей, невозможно. На сегодняшний день преимущественно у нас болеют дети от года до 4 и от 5 до 9. Основная масса их составляет 55%. К большому сожалению, поскольку мы сейчас не сокращаем количество заболевших, то у нас начинают болеть и дети маленькие, дети первого года жизни, которым еще по календарю вакцинации прививка не делается. И также, поскольку болеют наши дети, и как раз дети того возраста, которые уже посещают организованные коллективы, это детские садики, начальные классы школы, то они это заболевание приносят домой, приносят свои семьи и начинают болеть взрослые.